Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Я приветствую вас, мое имя Бедрак Юй. Я сейчас нахожусь в Бершеве, в Израиле. Это южная столица Израиля, где я приехал с семьей, с супругой, с детьми, к родственникам. Нас пригласили в гости. Сейчас бы я занимаюсь бизнесом компании FFI. 11 месяцев. Ничего раньше подобного не видел. Нигде таких нет комиссионных, где каждую неделю вам начисляют деньги. Где вам с определенного уровня руководство компании присылает такую вот карточку системы NXPay. Системы NXPay. И вы можете обналичивать свои комиссионные. Самое главное, что в этой компании есть пассивный доход, где один раз тебе нужно потрудиться, и потом ты можешь десятки лет получать. Сейчас я эту карточку, я получаю в России, на Украине этой карточкой свои комиссионные, вставлю в банкомат израильского банка и попробую снять комиссионные. Вот вы видите карточка. Вот банкомат. Сейчас дочь попозвонит. Здесь так надо проводить. Потом мы нажимаем. Проводить. Итак. Сейчас нам отдадут еще $200. 100 я снял. Вы видите, в той валюте снимаю, в какой стране нахожусь. Карточка выходит. Пожалуйста. Ура! Считай, сколько. Па-па-па-па. Можно видеть. Раз, 200, два, 400, 600, 600, 800, 900, 1000 шекелей. Можно видеть. Вот. Благодаря компании FFI, благодаря тому, что мне дали такую карту, каждую неделю начисление, и я могу снять со своей карты той валюты, в какой стране нахожусь. Сейчас я в Израиле, снимаю шекелями, буду в Германии, буду снимать евро, буду в Штатах, буду снимать американскими долларами. В Украине гривна, в России рубль. Я благодарю вас за внимание, включайтесь в этот классный бизнес, вместе будем зарабатывать деньги. Счастливо!